Глава округа выступит в прямом эфире. Во вторник, 27 марта, на телеканале «Актис» состоится прямая линия с участием мэра. Жители Ангарска и прилегающих территорий смогут обратиться к Сергею Петрову с актуальным и наболевшим. Пока зрители формулируют вопросы, режиссеры, редакторы, техническая группа телекомпании готовятся к предстоящему эфиру. Традиционная прямая линия с мэром округа Сергеем Петровым продлится около часа и пройдет здесь, в этой студии, местного времени и актуального интервью. Сюда в режиме онлайн будут поступать ваши телефонные звонки и интернет-сообщения. Колл-центр телекомпании уже готов к приему ваших обращений, уважаемые телезрители. Так, за прошлую прямую линию с мэром на телефон и электронный адрес поступило несколько сотен обращений. Вопросы, которые волнуют ангарчан, разные. Первые пятерки самых больных для ангарчан тем – рост цен, тарифы, ЖКХ, здравоохранение, санитарное состояние города. Благоустройство города, конечно, наверное, чтобы был чистый город. Уже хотим это, чтобы навели порядок. После выборов президента хотелось бы, чтобы еще лучше было. Как у нас вообще планируется поддерживать женщин-предпринимателей? Чтобы учредил нормальную выплату пенсии, периодичных выплаты пенсии. Это самое важное, наверное, для пенсионера. Чтобы я почаще ходил со своей внучкой в магазин и покупал им подарки. Чтобы инвалидам места организовали рабочие какие-нибудь. Чтобы мы делали что-нибудь. Кинотеатр можно хороший. Чтобы не только фестиваль был, как развлекательный центр. Да, еще какие-нибудь фудкорты там. Без такой дороги нечищенные. Отношение людей к территории, на которой они проживают, меняется. Сегодня ангарчане не просто сидят и ждут, когда им что-то сделают. Они сами активно включаются в работу. Да и уровень доверия к действующей власти растет. Это показывают и многочисленные опросы среди населения. Но доверяя, люди хотят быть услышанными, чтобы сообща решать те или иные проблемы. Все добрые дела, они всегда, ну, рано или поздно находят возможность для реализации. Что вместе мы делали наш город краше, лучше, заботились о нем. Сегодня это наша с вами зона ответственности. В прямом эфире будет работать ведущий Анатолий Боринский. У ангарчан есть уникальная возможность задать вопрос главе округа напрямую и сразу же получить ответ. Не пропустите. Отмечу, что телефонные звонки уже поступают. Телефоны студии вы можете видеть сейчас на своих экранах. Это 58 68 80. А электронные сообщения уже поступают на специальный почтовый адрес вопрос@актиств.ру. И приниматься они будут до 27 марта включительно, в течение всей прямой линии. И еще. Все обращения, даже те, которые не прозвучат в эфире прямой линии, будут переданы в аппарат администрации и взяты на контроль. Анна Дергаусова, Дмитрий Швецов. Местное время. Thank you.